Дорогие друзья, я приглашаю вас в наш проект «Стимул жизни». Он состоит из трех больших сайтов. На этих сайтах вы узнаете много интересного, что позволит вам качественней и более успешно и конструктивно взглянуть на собственную жизнь, найти ответы, который ставит перед вами жизнь. Но мало этого. Вы найдете какую-то технологию, которая позволила бы изменить вашу ту жизнь, которая так вам сейчас надоела. Где вы не знаете, куда стремиться, не знаете, чем заняться, не можете найти себе друзей, партнеров. Посмотрите, наш проект раскрывает многие аспекты и стороны нашей жизни. Той жизни, которая присуща любому активному, здравомыслящему человеку. Мало того, что вы для себя многое можете открыть, вы можете поделиться тем, что есть и у вас. Посмотрите, некоторые делятся своими хобби, другие просто описывают какие-то ситуации в своей жизни с юмором или с неким таким подтекстом, который помогает и другим отнестись к своим перипетиям жизни с некоторой долей иронии. Или вы приглашаете друзей в какие-то свои места, где вам нравится быть на экскурсиях, какие места, которые близки и родны вашему сердцу. И вы найдете обязательно тех людей, которые разделят с вами вот эти интересы. Ну, а специалистов я приглашаю на этот проект, которые могут поделиться своими знаниями, своим опытом, помочь людям. И эти специалисты расширят аудиторию своих почитателей, читателей или клиентов. Поэтому, друзья мои, наш проект открыт всем. Вы заходите, своих друзей приглашаете. Посмотрите, столько разных ресурсов у нас, столько разных разделов. Просто сейчас я не буду перечислять. Пройдите по нашим трем сайтам. Я думаю, что вы для себя найдете интересное, а может быть и неожиданное. Или увидите, что этого нет у нас, а вы хотели бы раскрыть эту тему, рассказать о том интересном, что вас занимает. Присылайте, делитесь с нами. Мы опубликуем ваши материалы за вашим именем, фамилией, адресом, почтом, электронным или скайп. И вы найдете людей, которые разделяют и ваши интересы, и ваши взгляды. Давайте дружить. Мы ждем вас на нашем ресурсе «Стимул жизни».